սկսվեց ուղիղ ճնշում Հայաստանի նկատմամբ։ Պուտինի նպատակը Հայաստանը կործանելը չէ, այլ այն լիարժեք իր սուբյեկտը դարձնելն է։ Այդ նպատակին խիստ խանգարում է ազգային գաղափարախոսության տանող Փաշինյանը։ Այդ պատճառով նա 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ից պատերազմում է վարչապետի դեմ։ Նպատակ էր դրված արհեստականորեն խառավիճակ ստեղծել, տպավորություն է, որ Փաշինյանը թույլ է, դավաճան է, ոչ կազմակերպ է, տգետ է, անձնակազմը իզորու չէ ստանձնել պատասխանատվություն պատերազմող երկիր կառավարելու։ Ոնց ուզում է թող ընչեր կարևորը ժողովուրդը պահանջեր հրաժարական կամ վարչապետը ինքը հրաժարվեր։ Տարան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օգտագործելով իրենց վաղեմի գործակալներին, նախկին երեք նախագահներին իրենց որջերով, հույս ունենալով, որ հայ ազգը ամբողջությամբ կվաճառվի։ Ոնց իրենց կառավարման տարիների ընտրությունների ընթացքում, սակայն վարչապետը հասցրել էր սովորեցնել 2.5 տարվա ընթացքում արժանապատիվ ապրել, ինչի արդյունքում մեծամասնության ձայնով նորից անցավ խորհրդարան։ Պուտինյան երրորդ փորձը ձախողվեց, այդ պատճառով այսօր կրկին դրել է իր պետության հեղինակությունը, խախտելով պայմանագրի երաշխավորման պարտավորությունը։ Սակայն ամեն գնով ուզում է ոչնչացնել վարչապետին, քանի որ Փաշինյանի դիրքերը լիարժեք ամրապնդման դեպքում կաշխատի հետ վաշվարկը Հայաստանի ինդերքից դեպի ռուսաստանյան հաշիվներ ուղարկած միլիոնավոր կարողությունների բռնագանձման ելքով և մեր ռեսուրսների պետականացման ընթացքը գործի կդրվի։ Ռուսաստանը Ելցինի թողած ավերակներից դուրս եկավ Հայաստանից պետական ռեսուրսների հաշվին, և այդ կողոպուտը շարունակվում է մինչ այսօր։ Գրառումը կատարել էր Գոհար Հովսեփյանը իր Facebook-յան էջում։ В Европарламенте призвали к расследованию против «Газпрома» из-за цен на газ. По данным источника, группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома». Группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Европарламенте. Еврокомиссия подтвердила получение этого письма, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов. Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома» за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе, сообщил источник. В свою очередь, представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила в пятницу: «Я могу подтвердить, что Еврокомиссия получила это письмо и ответит на него в установленном порядке. На данном этапе это все, что мы можем сказать по этой теме». В тот же день другая представитель Еврокомиссии Вивиан Лунила сообщила, что Еврокомиссия считает рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов. Цены вверх толкнуло отсутствие возможностей повышения производства в Европе, в частности в Норвегии, Нидерландах и Великобритании, а во-вторых, уход в 2021 году большей части поставок сжиженного природного газа, на который рассчитывали европейские государства, в Азию, где восстановление экономики после спада 2020 года вызвало дополнительный спрос на энергоносители. На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей газохранилищ. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 82%, отметила она. Мучаются обширонские стратеги, понять не могут, а хозяин все жмет и жмет на кнопку истерии, и все начинается заново. США и ведущие страны Европы сближают свои позиции по армянскому вопросу. Судите сами. 5 августа Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон договорились сотрудничать в целях укрепления стабильности в регионе, в том числе и под руководством стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ, говорится в пресс-релизе Елисейского дворца. Давление на Баку со стороны Вашингтона и Парижа нарастает, что вынуждает мини-султана умерить пыл. Хотя ранее Алиев неоднократно саботировал работу сопредседателей Минской группы. Германия неформально наложила эмбарго на поставки широкого перечня своих вооружений в Турцию. Берлин опасается, что немецкое оружие будет передано турками в Азербайджан и попадет на Ливийский театр военных действий. То есть будет использовано против интересов самой Европы, которая заинтересована в создании транспортного коридора север-юг из Ирана на Армению и Грузию, а также заинтересована в скорейшем прекращении гражданской войны в Ливии и стабилизации североафриканского побережья. Администрация США пересматривает политику в области поставки вооружений. Джозеф Байден намерен сделать своим приоритетом защиту прав человека, а не принцип «бабло побеждает зло», которым руководствовался Дональд Трамп в вопросе оружейной торговли. То есть Вашингтон намерен запретить экспорт оружия в страны,
которые нарушают права человека и нападают на своих соседей. Белый дом таким образом продолжает линию Палаты представителей, которая ранее проголосовала за прекращение военной помощи Азербайджану. Дальше будет больше. Так что армянское правительство должно предложить действенную программу социально-экономического развития и военного строительства, отвергая любые переговоры с бакинско-турецкими агрессорами по делимитации с границы. Любые подписанные под военным принуждением документы являются незаконными и будут означать предательство жизненных интересов армянского народа. Безусловно, фотка дня с визита армянского премьер-министра в Иран, которую прислал знающий друг. Говорят, достигнуты прорывные соглашения по строительству Север-Юг под патронажем Китая. Новость, о которой жужжит весь Иран, сказали мне. Посол РФ уже среагировал, заявив, что они возьмут под свою ответственность восточную границу Армении, если им отдадут и грузинскую границу. По очевидным причинам. Говорят, Китай и Иран намерены в ускоренном режиме выстроить коммуникации в течение года, что резко меняет многое в нашем регионе. И объясняет, почему так спешат РФ и Турция. Наверное, столько. Не поддержать армянский народ в такой момент, значит для России предать себя самой Затулин. Впервые с прошлого года, после войны, которую нельзя было допускать, я ездил в Армению. Было важно не только получить более полное представление о происходящем, но и почувствовать настроение простых граждан, с которыми общался на улицах и площадях столицы республики. Ереван, как всегда, прекрасен, а армянский народ гостеприимен. Но мы в России должны понимать, что последствия трагедии прошлого года стучат в сердце каждого, что беспокойство за судьбу народа и страны является повсеместным. Ставки, как никогда, высоки. Армения переживает самые трудные времена в своей современной истории. Не поддержать армянский народ в такой момент, значит для России предать себя самой. Уверен, что президент и правительство Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, наши военные и дипломаты хорошо это понимают, Константин Затулин. Нашим источникам стали известны интересные подробности с сегодняшнего заседания коллегии Минобороны. В частности, в своем выступлении, коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской границе, министр обороны Аршак Карапетян приказал открывать немедленный огонь и уничтожать всех, кто попытается с оружием пересечь границу Армении. При этом он предупредил, что командиры, которые допустят пересечение границы на своих участках ответственности, будут строго наказаны. Постскриптум. С новым руководством Министерства обороны надеемся, что бархатный мандат власти, замененный результатами выборов на стальной, коснется не только внутренней политики, но и внешней.